Я буду сейчас спикнуть. Короче, по танцам. Так, у нас сколько миликов? Так. Первый закрывает милики. Первый бежит. Так, Эрпал. Эрпал видел вообще танцы, что такое? Да. Знаешь, да? Ну все. Биг Дэмэдж тоже знает. Короче, первый идет Биг Дэмэдж, закрывает. Второй бежит. Короче, вы закрываете, ищете примерно эту кабана, чтобы сожрать. Ну, можно и рыбу сожрать. Но приоритетом миликом кабана сожрать. Закрыли. Второй идет Биг Дэмэдж. Потом у нас будет имя имен. Подожди, Так, что по... Рарник, давай проще сделаем. Вот смотрите, танцы с двух сторон появляются, с одной случайной Не, стороны. а бывает с одной стороны 4-5 танцев, а потом с Да, другой появляется. я понимаю, это бывает, что подряд. Вот смотри, ты поставь босса с миликами вот к этому столу, вот примерно сюда, ближе к кружку, чтобы милики до кружка им было меньше бежать. РДД сразу ближе к звезде стойте. То есть, допустим, РДД, что это? Сова, Хант и Лок. Мы стоим ближе к звезде. Если вдруг что, я в кошку и превращусь, и добегу там до этой. Короче, на А звезде те, по пере. идее, закрывают там 4 человека. Да, там понятно, что баф спадет. А я Как. хотел сделать, чтобы первые милики закрыли и потом не отвлекались на эти танцы. И закрывали хилы РДД. Да без разницы там, ну, все это без разницы. Вот смотри, на звезде периодичность. Первый лок, второй сова, третий хант. На кружке периодичность. Первый зукля, второй вар. И третий, кто там? Это Энх? Или кто это? ЛМ. А, ЛМ. Ну, пускай ЛМ там стоит. И если Ну что, все там вот так. кто-то куда-то перебежит, портанется. Ну, И какого-то вы это могут. головой вертите, смотрите там, где танцы. Да, скажем. Фаза 3 минуты первая длится. Рыбу поешьте, где хант, заходи. А чё там Лога, жрать? если у меня что-то не прокрывается мир, Рыбу блядь. поешьте все. Жрать для этих, для РДДшников торт надо? РДДшники рыбу, милики кабана. Если нихуя нет, то тортик едите. Обязательно что-то съесть, потому что этот уменьшенный урон там будет. Будет линкованно получать. Мы какого-то убиваем моба или нет? Короче, А это кто еще у нас? шипешку бы убить, она ману сжигать будет. Холипал, ешь рыбу. Можешь рыбу съесть. Чтоб ману восстанавливать. Ну, из мобов можно кого-нибудь убить, почему нет? Короче, звезду бьем, остальных нет, да? Да, давайте так. Я же поставил череп, крест и это звезда. Не бьем эту баблу, не бьем. Какую? А, нет. Отдельно. Беребак. Кейс там у бабли будет, не? Да, бери бак, короче, бабл его. Тут постоянно диспелить надо, чтобы его не диспелить. Она живет, бегает до конца боя. Короче, только звезду с пула убиваем, потом босса, да? Угу. Ну еще. Давай, что там, отчет? Мне босса в ромбе додержать. Мороза самого. Да, возле этого стола, чтобы миликом ближе было до кружка бежать. Расскажу, где танцы. Чего там, готовы, нет? Че, кто не видит это ДБМ? Я не вижу. Я не вижу. 5, Пицца. 4, 3, 2, 1, пул. Сожжение маны, кикайте у звездочки. Танцы. Блок. А вон милик закрывает.
Вообще, иди к ромбику, отведи поближе к боссу, это все. Звезда, лок. Лок, не телепортируйся. Да? Ладно, я встал. Лок следующий закроешь. Имя имен. Танцы. Вон далеко. Закрыл. ДЦ Хильк, прожмись, танк. Прожился. Почему Инсика закрывает лок, а не ты? В кружке видите, Милик? Вот рядом, 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 да. На большом столе есть тортик. Или не тортик, а рыбка. Кот. Мишка. Мишка, съешь этот торт вон в конце стола? В кружке, Милики. Закройте танцы. Пройдете? Если ты в танцах был, у тебя дебаф, ты уже не закроешь. Нужно вот опять в кружке следующий закрывать. И это, сразу рыбу ешь, ой, ешьте еду, чтобы с вас быстрее сбросилось. Спусти со стола в ромбик спусти его. Звезде закрывать. Если вы не будете есть еду, она меньше урона, по-моему, идет. Она схавайте. Сейчас АЭС, сейчас АЭС. Под мишкой кабан стоит. В кружке, Милики. У кого дебаф они? У Крес убьете хоть? Мы же решили босса бить после звезды. А вы его убьете? Милики, под мишкой кабана схавайте. Конечно, не убьем. Сейчас фаза начнется. Фаза началась, смотрим. Танки уже смотрим. Все, да, забираем. Все, и так пока. Я забрал танк. Я задержу сейчас. Забирай. Сейчас играем всем морозы. И в миле все подойдите. Забирай. Брон. Шаман, подойди в миле, пожалуйста, ко всем остальным РДД. Шаман на фул держать. Забирай. Угу. Ну, короче, понял, все вот так делаешь. Да. Короче, главное, это он после его прыжков, да? Я скажу, когда сокру, давать Инсика первый будешь давать. Окей. Сколько у него секунд до чейда? Я скажу. 18. После чейда Игера можно будет скинуть. И задамажить. Угу. Давай, сокрутик. Я смотрим, на кого побежит. Забирай. Дайте Гера. Забирай. Забрал. Рарник, готовься к роте, скажу когда. Такой тактик уже добьем. Да, успеем. Да, уже добили.
Ну вот она через 5 секунд была. Секунды мало с первого трая, а не с 20-го, как в прошлый раз. Игорь, я же... Забирать, да. Что вам надо. Мне ничего. Только у меня крафтовый, ну, блядь, ладно. Тоже тыкну кубик. Надо тапки эти. Только не пылите, заберите. Я бы взял эти, уже. Ну, форик же там вроде как сейчас работать будет. Они на мишку хорошие, эти тапки. Не, у меня ничего, крафтовый если будет. Если надо, забирай. Или на катане. 64-й. Это какие таскаю до сих пор. Это мастерки больше, а по статам крафтовый лучше. Дробяха не выпала. Мороз опять зажал. Да, с дебафом, конечно, печально. А можно отвести немножко подальше туда к ковру? Конкубину эту. Ой, вот так займу. Туда, к этой ковровой дорожке, к этой, а то у нас дебаф. Да, да. Она просто переводится. Хотя это на физурон, думаю, да, звездопад, нет? Да, давай. Страха нет. Там вон сбоку только гость прибежит, наверное. Надо попробуй на мужика. Всех вот, убьем. Да. Все равно чистить. Вон сбоку, видишь, только. Ну вот, нам все равно чистить, так что это наоборот даже хорошо. А имя имен где-то был, да? Угу. А, так он в Лиге Легенды есть. А ты пойдешь к нам, имя имен? Рейдить. Да посмотрим, что у вас там получится. Я просто непонятно, что вы там замутили. А там, как тебе вот историю вкратце рассказать? Вот наступает четверг. В Дисе стоит за несколько дней уже, что будет целка. Все там. Начинается сбор. Начинаю сбор. 10-15 человек собрал. Вот там какие-то новые милики, там энхов куча. И захожу в Дис, шляпы капана, и сижу, смотрю, там 10 человек сидит. Плохо я это на видео не заснял. Захожу в Дис и спрашиваю, вы идете в ЦЛК? Они говорят, нет. Прикинь, просто 10 человек. Если бы они просто плюсанули, сразу пошел бы рейд. Они отказались ходить. И, ну, потом, как я написал, что они отказались. И потом через день, что ли, меня с их Диса кикнули. Ну, я ничего там не писал. Короче, понятно. Просто челики решили не ходить. А по итогу как было? У вас в гильдии 8 боссов было, у них в гильдии 8 боссов было. На фул мы закроем, если вот пачка это присоединится к нам. Мы на фул сразу закроем 4. Это я понял, это я в курсе. Так вы как бы зачем вот это вот устроили из одной гильдии в другую? Разницы не вижу просто. Разница в том, что на Килае нету ГМа. И ГМ, который гильдия Лига Легенд, он вообще онлайн не заходит, он не играет. Но... Вот. И система ИПГП там, ну, такая себе. Ну, я предлагал немножко ее по-другому сделать. Ну вот, я уже сделал. Ну, как бы, что я буду искать этого челика, кто офнут и говорить, дай мне права? Нет. Нет. А смысл тебе? Ты же можешь ее сам изменить.
Нет, ну, у меня прав нету. Нету прав, меня никто не повышал. Ну, поговори с Хилай. Просто все. Она сказала, будет. Менять не будет, я у нее уже спрашивал. Я надо тоже думал, было... я предлагал много раз. Толпой надо было просто сказать, давай поменяем, и все, она бы согласилась. Ну, я думаю. Ну. Она вообще хотела скинуть гильдию на какого-нибудь человека, и все. Я так понял. Я по этому поводу тоже спрашивал, но она сначала сказала, что ищет РЛа, потом сказала, что ищет ГМа, потом я сказал, ну если что, могу заняться гильдией. Потом она сказала, что не ищет ГМа. Ну короче, то да, то нет, непонятно. Ну вот. Не, я ничего типа никого не обижаю, ничего типа... Просто будет рейд на фул, вот и все. Кому надо рейд на фул, пожалуйста, приходите. Все. Система нормальная будет. Никто никого не хуесосит. Не, ну с последним ты, конечно, загнул. Что, не хуесосит? Ну. Какой смысл тогда в WoW заходить? Там просто от этого РЛ как бы ничего не зависит. Ой, а блин, от этого ГМа. Он просто играет свою игру, и все, на нем висит эта кнопка ГМ, и все. Пиздец. Остальное, как бы, все, я так помню, Килай решает. О, какой красивый дворок. Да у меня больше прав было, чем у них. Я мог даже последние ячейки все брать, но я не стал это делать. Просто надо было это обсудить, но тут Килай уехала в отпуск, и такая херня со шляпы кабана. Вообще максимально Прочь. Неудачно. Я даже не ожидал. Хотя бы они предупредили там за день, за два. Даже за... Шляпа бы в любом случае ушла. Там была бы Килай, ее не было бы. Она бы ушла и ушла. Понимаешь? Мы не про... Была бы Килай, мы бы проблемы решили всей толпой. Понимаешь, как я не ожидал такого поведения от людей. Они просто сказали, не пойдут. У них, понимаешь, в чем разница? Вот у вас в гильдии и ПГП, ну скажем, оно как-то стимулирует. Ты не придешь, у тебя ИП не будет, ты шмот не заберешь. Все, ты это понимаешь, ты ходишь в рейды. А у них консул лут. Захотел, месяц не поиграл. Захотел, на другого перса зашел, забрал. Там это, ГМу или КРЛу подмазался, тебе отдали шмотку. Не подмазался, не отдали. Консул лут, ни ИП, ничего. Вот они сказали, не пойдут в ЦЛК, и все, им похую. Они чешки забрали, ну как правильно люди говорят, типа чешки забрали. Ну как бы рейд ходили, они это одно. А то, что захотел, пришел, захотел, не пришел, кому это надо? И мне главное, никто ничего не написал, типа, Войд, типа, извини, что мы не пришли, блядь. Хуй кто что написал. Ну, то, что я рейлил, типа, водил их в рейд, ну, и вас водил. Ни спасибо, ни привет, ничего, как бы, блядь. 6 КД подряд мы закрывали на фул, блядь. Представь. И мы будем на фул закрывать. Ну, что бы там ни случилось, ну, доберем людей, научим заново, если какие-то будут неодетые, там, наденем, блядь. Рарник, аспекси-то в ДД, что ты в танке бегаешь? Из опыта скажу, что вот это вот оденем, оно, понимаешь, что же люди одеваются и съебывают. Вот у меня так частенько бывало. Просто забивают и уходят. Либо да? В другую гильдию, либо что-то еще. От этого никто не застрахован. Да, с вами такой же может случиться. Просто не даст. Да, никто не застрахован абсолютно. Что-то случится там. Я все. Периодически болею, отъезжаю неделю на две, блядь. Это тоже нормально. Как бы. Просто перегораешь. Как минимум, Warcraft — это развлечение. От любого развлечения можно устать и перестать хотеть играть. Да. Так я вон только вернулся, получается, 3 месяца не играл. Зашел. Все, ну, я катаю. Примерно так же. Рыбу ставить или нет? Да не, вроде все живы. Расскажите, что делать. Да. По мухилу. Надо бить женщину. Не хилу, мне бить нельзя. Надо. Самое важное — это вытащить эти... Разлить лужи и сбить косты. И бегать сейчас поставлю. И бегать за печенькой, чтобы не сгореть от луча. О, не печенька это. Да, за печенькой будете бегать.
Короче, будет кидаться лужа, лужа вот, вот сюда и в такие просто в угол выносится. Да, сейчас я покажу, будет... подожди, объедки туда поставлю. Блин, кто метки может поставить? А, сфера пуля, когда сфера здесь будет? Ой, босса. Я не помню. Тут же? Нет, нет, пошли сюда. Отсюда начнем. Я оттуда не знаю. Отсюда начнем. Сюда поставьте метку, кто может. А, точно. Тут же, блядь, что-то по кругу вроде бегать надо. Не-не-не, вот, вот где статуя. Вот прям. Ну, я примерно поставил. И вот смотрите, да можно даже и не ставить. Вот две статуи. Вы не тут, не вот так вот. А прям вот в стену прижались и разлили лужу. Потому что вот это центр радиуса лужи будет. Лужа будет, пол лужи будет в стене, пол лужи на этой территории. Также здесь. Первую сливаете вот сюда вот. А потом в ту сторону. Где, так, да, вот сюда, где сейчас печенька стоит, а потом в крест. Когда вы их, когда вторую разливают, кто сбивает каст, остается сбивать каст, а все остальные идут ловить дебаф. Ну, дебаф сразу не вешается. Он бывает и сразу повешается. А бывает, там надо секунды 2-3 простоять в луже, чтобы словить дебаф. Так что смотрите, у вас где дебаф отображается. Как только словили, выходите из лужи. И заходите не в центр лужи, а на край. Если вы дольше простоите, у вас будет два дебаф. Ну как, он стакается дебаф. Тем сложнее вас будет прохилить. После того, как словили дебаф, бежите за этим, за печенькой. Ну, где буду я находиться, в ту сторону. Ну, не в ту сторону, а прям меня сбегите, бежите. Потому что вот, вот два шара летают. Между ними будет лезвие. Если вы будете стоять между лезвием, вас порежет. Ну, как в этом. Блять, как рубин, рубином святичей на Холионе, то же самое. Так, что еще? Как только этот луч появится, пройдет урон, с нас снимется покаяние. В это время надо бить босса. Боссу там, он за нетфрим, вот там надо сбить щит. Как сбиваем щит, он кастует там каст этот, надо будет под конец его сбить. Ну, не, чтобы он сместился. И мы переходим на такую же... На такую... Ой, бля, кто в центре пошел? Мишка. Это я случайно. На тебя диван. И то же самое повторяется, мы переходим на другую платформу, то же самое повторяем и на третью. Давайте побьем, посмотрим, давайте. Не, я диван кинул. Падайте. А вот зачем? Могли же повоевать. Нет. Босс нужно в правильный момент спулить, а нет. Кстати, пулить, когда сфера зайдет за статую, правильно я понимаю? Нет, да. Вот видишь, вот ну за статую зашла, и вот между статуей, вот как только приближается к жаровне, вот видишь, жаровня стоит. Да, все, я понял. Вот угу. Как только до нее доходит, тебе сагрить надо. Я понял. Не именно возле жаровни будет, а, короче, между жаровней и вот статуей. Угу. Это когда мы начинаем танчить в той, а вот когда слева начинаешь бить, я не знаю, где надо сагрить. Сферу. Что то же самое, главное, чтобы на тебя прошла сфера эту. Ешьте рыбу. Так, и во время боя будет каст. Это шок. Как упало там шок небес, что ли. Надо будет сбить этот каст. Ну, Нелли, Муар есть, сбивать. Короче, за перефазу он кастует 3 раза. Надо сбить. Так что там у нас танчил танк. ДКшник был, он всегда сбивал под конец. Так что там биг дэмэдж останешься. С... Либо, а, и лучше этому, Элему. Я же фарм сею. Мне сложнее сбить, чем Элему. Ну, свичнишь стойку и нажмешь зуботычину. Чё? Да, не, короче, Элем... Просто, нет, я могу не успеть. Ну, короче, страхуйте вы друг друга. Вот Элем... И big damage. Потому что я что-то видел, поначалу что-то сбивался этим станом, а сейчас не сбивается.
молотом правосудия раньше сбивался. Касты. Пул ребал дайте. Тебе танк тоже надо. Вот как только он начнет это кастовать, покаяние, тебе надо тоже забежать в лужу. Он начинает кастовать покаяние после этого шока небес. Как только сбили каст, он начинает кастовать покаяние, и тебе тоже надо стремиться в лужу, ловить дебаф, чтобы быть за сферой. Потому что если ты не зайдешь в лужу, ты будешь все время в стане стоять, и тебя тоже... Ты, короче, встань, там что-то 30 секунд в стане будешь стоять. Когда две лужи разлились, зайти в эту одну лужу. Давай уже просто да, начнем, да. И уже просто это сказать надо, потому что мы сидим полчаса. Да, 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 давай, давай, это надо видеть. Сейчас. Гулит у нас танк. Вот знаешь, да, понял где? Да, да, да. Все готовы, вот смотри. Как только она пройдет статую, будет приближаться к жаровне, сразу садишь. Давай. Сместитесь, где сова стоит, сюда, сместитесь все. Сбить каст, каст. Вот этот каст, он шотнет нас. Давай, побежал. Элим, 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 блин. Так. Так, что лужит, вот там. Не, падаем. Нет, надо падать. Вы уже словили дебаф. Падаем. Падаем, падаем. Зукля, видишь, Зукля? Зукля тоже не там разлил. Вы что, не я видите? Я уже лучше падаем, сказал. Ну да, все понятно. Как лужа появляется, нужно сразу дебаф на себя вешать. Элем, ты не увидел, да, дебаф на себя? Можно сразу повесить, а можно после. Ну, типа, если ты лужу выносишь, ты можешь сразу словить, а остальные потом ждут. Просто перед покаянием это у вас спадет, и вы пиздец потом не словите. Уйдите, тотем убери, тотем убери, убери. Уйдите это с центра. Для... Долго yes. Думать. Долго думать. Не вставайте на меня, если есть. А, ну или так. Долго думали, пипец. Ну, думаю, если умеют думать, это уже хорошо для рейда. А не, я сказал тотемы убрать и отойти с центра. Арника, сколько у тебя РПБ в процентах? Скажи, пожалуйста. Кого? РПБ. Девять процентов. А носить будете, что делать? Кто знает, что надо там? Вы не служу. Конец тактики. Кикаешь каст, выносишь лужу, все. Я просто... Вот активацию врубил, у меня ни посторонних шумов нету? Не, нету. А то, блин, через клавишу говоришь, блин. Иногда бывают шумы эти. Вот смотри, смотри, это танк. Вот ты агришь вот здесь, вот, вот где печенька стоит, да? И танчишь между вот это вот, вот прям где сагрил, тут и танчишь. Не именно вот здесь именно, а чуть вперед пройдешь, вот на пару шагов, и там танчишь. Где ты стоишь, не здесь танчишь? Нет, ты вот туда, ну, Короче, между вот мной и вот, и где-то он стоит, босс. Короче, там посередине он тут танчит.
Фулл ребал, да? Поздно. Рейд, вы отойдите вот туда, где лужи разливаются, уйдите оттуда, где лужи разливаются. Правильно поставил? Да, да, нормально, нормально. Шок небес, так, сбили. Очковый. А, пипец. Это потому что агро сорвали. Она ж не таундится. Короче... Вай. Снимай диван, диван снимай, быстрее. Быстрее, быстрее. Уйдите с центра. Да. Сейчас я масрез дам. Вы... Тут не надо стараться ДПСить. Сейчас тут много урона не надо. Вам ДПС нужен именно сбить щит. Вот там ДПС нужен. Вот сейчас прожимки вообще ничего не прожимайте. Две минуты надо ждать нарез. Да. Есть тебе нарез. Вот. Рыба пропала. С первого трави били Мороузы, и сейчас будем на 9 тупить. А рыба пропала. Вам ДПС нужен именно сбить щит с девы. Вот там ДПС нужен. Да. Поели. Я могу вот, весу. Вот сместите сюда, вот рейд весь сместите, вот в печеньку. Потом уйдем туда, в этот. Ближе к центру. Окс, бейте. Инсика. Ну, не слови. Рок. Ловите дебафы зарарником. Зарарником, зарарником, зарарником. Зарарником. Все кружку. Очковый. У нас танка БР, танка БР. БР танка. Томан, касс бей, что ли? Касс, бейте касс, все. Веди туда. Имей имен, стоп, не ДПС. И на мне агро, я не могу его повести. Ну да. А как? Не понял, а как он агро не держит? Потому что... умер. Бот не таунтится, а танк умер. Все, агро он потерял. А, блин, ё...
Короче, смотри, это... Очковый. Как только он шок небес му сбили, тебе надо... Босс будет стоять на месте. Тебе надо идти в лужу и ловить это дебаф. Не в первую, а вот где череп. В черепе. Не в кресте, а в черепе надо тебе там поймать дебаф. Там в кошку превратиться, добежать быстро до черепа. У меня рыбы нету. Закончилось. Ставьте рыбу. Да так, как ДПС, то такой, сами говорите, особо не нужен. Можно и без рыбы попробовать. Да, да. Да похеру, давайте без рыбы. Да без рыбы справимся. Если что, сбегаем перед молчом, погибелью, реально сложными боссами. А на бабе жрать постоянно. О, поставили. Да у всех должно быть питье. Не, если что, блин, а столика и нету. Короче, можно даже между метками вот этими, черепом и крестом танчить, чтобы быстрее даже. Там вынес. Да можно и выбить. Шок. Били, да? Малефицит. Все, ловим дебаф. Шок, бейте, шок. Все, танк, иди. Лужу, дебаф, да, танк дебаф. Взял? Дебаф ловить желательно один стак. Словите больше, будет больно. Сбиваем. Бурстите, вот здесь бурстить надо. Бьем. Сейчас бьем. Все, сбили. Сразу можно не сбивать. Также между двумя метками ставь, между двумя колоннами. Вот здесь. Все, здесь стой здесь. Шок. Забыли про шок. Хант вынес. Шок, вот все. Траем. Ловим шок, сбить шок. Сюда, идите сюда, печенька. Где вы стоите? Сейчас умрете. Бля. Вы забыли про печеньку, забили про сбитие кастов. Да я, сука, лужу не ту выбрал, чтобы дебаф взять. Обратно не добежал. Каст сбить. Сбей. Все, веди так же, но дальше веди.
Бля, нихуясь. Войд, а поделитесь, пожалуйста, инором. Шок, 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 шок. Так, сейчас лужа будет. Лутайте, лутайте, дебаф, дебаф. Шок сбили, дебаф, дебаф, дебаф. Печенька, печенька. 10 секунд прожить. Хил, 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 хил. Я хуею, бля! У нас два друида? БР, ну, либо. Не-не. Похуй. Я убался. Все, веди дальше. Геру, да. дайте под Герой зальем просто 5 лям. Не-нет, Геру на щит. Блять. Нормально. Шок, шок, сбить. Сейчас метка будет. Лужа. Вышел хант. Вы сразу выбегай из нее. Шок, 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 сбить, да, все. Так, метку ждем, метку ждем. Так, выбежал. Малефицист. Все, ловите дебаф. И шок сбить на шок. Выбежали, ловите дебаф и за печенькой, за печенькой. За печенькой, печенькой. Да. Все. Сбить щит. Вот бурстите сейчас, бурсты там отдавайте, что там есть у вас. Надо убить его после этого. Щит, 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 щит. Бьем, 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 бьем. Все, Каз, сбивай. Все, веди дальше. Да нет, давайте тут держать. Пофиг. Не-не, веди, 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 веди. Чтоб лужу разлили нормально. Шок сбить, шок. Шок сбить. Лужа, лужа будет. Имей мен. Бьем, 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 бьем. Шок надо будет сбить сейчас. Шок, шок сбили. Все, убиваем. Сейчас должны убить. Лужу в любую сторону уводи. Лужу. Все. Это было странно, но весело. Ну, освоение. Как-никак. В одного хила, что ли, били? Да, я же говорю, я лужу не ту взял. Не успел добежать обратно, блядь, срезал. Да я, блядь, за танк ходил, говорю, последний раз год два назад сюда, поэтому не помню толком ничего. Ну так, да. Знаешь? Не, сейчас по опера. Или смотрите сразу. Бля, да, так-то. Или пойдем учиться погибель, ведь. Ну, можно и погибель, в принципе. Вот с погибеля на меня посох прям падает. Охуй. Там дух? Погоди, сейчас скажу. Там печенька. А почему ДЦ-шке крит не нужен? Нет, ДЦ-шке крит почему не нужен? Нужен? Пойдет. Ну. Там еще... Там еще ток вкусный. Там вообще, по идее, по факту в этот, в СПД, блядь, уходить я должен. Так-то, ну, крит не крит, не пишет, нет. Слушай, ну ты на мой посмотри просто, который мне. Охренеть, короче говоря. 264-я шмотка, я там 226-я. Да это единственное, что осталось. Вот, ну говорю, сколько даже в ЦЛК ходил, там падает же тоже. Ну нет. А что у тебя нету кольца за эпу? С этим, нет. С гаражанным и ЦЛК? Не-не-не-не-не. Нету. Я же говорю, я 3 месяца не играл примерно, а до этого я приста создал, вот так маленько покачал его, побегал и типа все. Наша цель — набить этому человеку репутацию с каражаном, чтобы он все кольцо взял. Не, я хочу эту набить, как его. Купить мешку и. Ну, есть зубы, зубы есть. Зубы есть.
Так, но, тут... Зубы, капли. У нас вообще, кстати, одна массовая сейф, да? Короче, зубы. А почему он бьет? Ключ. Ключ хватит. Два сейва там. А погибнуть не бьет. Че по тактике? Она бьет огнем. Магии. Огнем. Огнем. Давайте я эти чарки сделаю. Скажем, короче, по тактике. Смотри, вот для танка, для тебя. Вот смотри, видишь, где печенька стоит? Здесь босс спускается. Для всех расскажу. Нет, для танка сейчас расскажу. Вот здесь стоишь, вот из таунтишь его, как оно только спустится. Это наземная фаза. И, короче, под дыхание тебе сейвы нужны там. Зубы, ключ свой прожмешь. Ну, короче, на первое дыхание ключ прожмешь, на второе зубы тебе дадут. Mm-hmm. Ну и третье, наверное, не... Или будет третье еще. Три дыхания, блин, на третье что тебе... А, на третье я тебе каплю дам бабл. Я бабл прожму, тебе каплю дам. Так, для танка это наземная фаза. Для взлетной фазы, короче, выходишь из огня, когда мы будем снимать с одного, это, законтрольного, ну, короче, снимать его, с него контроль, ты, короче, как только мы с него снимем, появится такая лужа. Из лужи будут выходить скелеты. Короче, этих скелетов тебе надо на них набивать агро. Там сплэшем или чем там быстро набиваешь агро. Там периодически где-то через секунды две они выходят. Их примерно 6 или 7 что-то. Ну, короче, пока мы не убьем этих скелетов, двух, вообще трое законтроленных. Потом, пока мы будем убивать их, пока не убьем этих скелетов, двух других контролим. Как только убили скелетов, второго это, вытягиваем с контроля. Из контроля, вот когда они тут будет лужа такая огромная огненная, в лужу нельзя снимать контроль. И так периодически вот будем, как только сняли контроль, появилась лужа, с нее выходят скелеты. Это ты этих скелетов агришь. Это все для танков. Как только начинается босс садится, я тебе проанонсирую, возвращаешься сюда же, вот, даже если скелетов мы не добили, на тебя это хант будет напуливать. Короче, хант напуливает всегда на мишку этих скелетов. Босса можешь не напуливать, именно скелетов. Вначале с босса напулишь, а весь бой до конца...